переход будет постепенный, он уже начался. Идет, будет просеивание. Некоторые души даже не заметят этого перехода на высоких вибрациях. То есть как бы он для них будет не... Даже они не ощутят этого перехода. Некоторые ощутят, но они будут готовы уже к этому переходу. И просеивание. Не все перейдут. Те, которые на низких вибрациях, они просто не перейдут в это. Не смогут осуществить. Так вот идет, что не все перейдут, а в общем-то будет как отсеивание. Часть перейдет, позитивное, светлое перейдут, негативное останется. Могут не выдержать повышение вибрации, когда будет повышение одновременное на всей планете, то кто-то и не... Ну, может быть, по старости, может быть, по состоянию здоровья, вообще по состоянию в голове своих мыслей могут и не перейти. Мне так вот идет, что нет, территориально нет, но в каждой стране будет по уровню ментальному. То есть, кто уже готов к переходу, у него менталитет другой. Угу. То есть, будет зависеть, в каждой стране уже будет идти фильтрация севера. Просто по стране, по странам. Поэтому как бы приходит понимание, что некоторым людям ничего и не надо делать, потому что они как были, так и останутся. Но для них просто что-то, да, произойдет такое, что что-то ухудшилось, скажем. Ну, не катаклизм, а что-то произойдет такое, что жизнь стала хуже, как они будут считать. Но в окружении, на физическом плане ничего не изменится. Они ничего не заметят. Страна вся, например, темная, а эти возвышенные люди, они как вот ангелы взлетают в золотом таком, прям над страной. Их, может быть, в этой стране очень мало таких людей. Для всей страны или для окружения они действительно могут, может казаться, что они умерли, исчезли в таком духе, потому что они просто вознеслись над всем другое измерение. Как-то вот картинка такая, общей массы, эти люди, которые находятся в другом душевном, духовном развитии, они тогда будут выделены, вытащены наверх. А страна, естественно, так останется, общая масса останется там, где была. Понятно, что там такое вот все бурлящее, кипящее, как червячки, что ли. И над ними вот такие золотые лучи поднимаются вверх. Это люди. В принципе, нет крыльев, они просто взлетают. Ну, вот как с золотым ореолом из этой массы. У меня сейчас это 5G как сеть проявилась. То есть такая фиолетовая сеть, которая держит, наоборот, вот всю эту темную массу, она прям прибила еще больше к земле, чтобы никто как бы не поднялся вверх. Помеха перехода вот душ, пятое измерение, наоборот, оно задерживает души, мешает пройти переходу этому. Как будто... Знаешь, как подключки какие-то, вот такие вот, которые понижают наши вибрации, препятствуют переходу. Негативно. Поэтому, как говорится, куда энергия, куда мысль, туда энергия, вот лучше вообще эти средства массовой информации, проплаченные вообще негативными силами, все под контролем, вся Земля, вообще не обращать внимания, этот зомбоящик не смотреть. Пришло сразу, что вот такая-то темно-серая масса сейчас стала, скажем, население. А дети – это просто ангелы или белые голуби. И старшие дети, которые уже 15 лет, у них у многих вот как в груди прям подключки вот эти
к телевидению, скорее к каким-то играм или смартфону, прям вот черные такие каналы, прям в груди, в солнечном сплетении. И поэтому вырвать их, они, может быть, не настолько испорчены, скажем. Но они прям вот этими каналами держатся за вот эту общую массу. И насколько они смогут оторваться от этого канала черного? То есть смогут ли вообще, или это их будет тянуть вот просто как присоски такие у них? И вот эта вот сеть как будто их задерживает, приковывает, не дает им подняться вверх. Родителям надо работать с детьми. Успокаивать себя всеми способами. Умеешь медитировать — медитируй. Не умеешь погружаться в транс — просто ложись и просто успокаивай все вокруг вибрациями, своим желанием, что все спокойно, все идет хорошо, все размеренно. То есть посылать просто волны спокойствия вокруг себя, своей семьи, своей квартиры, вот свое пространство успокаивать, потому что вот эта гонка, несусь вперед, с утра встал и побежал, она вот так закручивает вихрем. Вот этот негатив и то, что ты не успеваешь, а ты все равно не успеешь. Не успеешь, и это никому ничего не нужно. То есть сейчас эти огромные планы, что добиться материально, добиться, построить, лучше успокоиться, и тогда оно более размеренно пойдет в плане высоких вибраций, спокойно и быстрее получится результат. Цель достигнута быстрее, чем в гонке.